Наверное, я просто пошел не там. Вот здесь, наверное, надо поставить ограничения какие-то, чтобы нас... Что это сейчас было такое? Я что-то не понял, что произошло вообще. Ядрить его. Что это было вообще? Как это вообще работает? Полетел снаряд почему-то откуда-то, непонятно. А. Понятно. Куда? Понятно. Хорошо, ладно, еще разок попробуем. Смотрите, вот этот момент я не очень понял. Ага. Так, допустим. Ой, мамочки. Так, допустим. А, здесь не простреливается. Подзатыльник тебе. Так, здесь взрываем. Значит, ну да, значит, я там сломал немножко, естественно. То есть надо там как-то запретить, чтобы игроки не ползли туда, куда не надо. А то я пополз, и все, и сломал игру. Вообще, у меня вообще что-то прогрузилось, непонятно. Там какая-то карта кривая. Даже не карта, я перенесся куда-то начал. О, май, что с подземелья Кремля. Так, это интересно. Ох, ладно, хоть не сильно бахает. Опа! Мухомет. А там стоит Грант, да? Ну да, Грант стоит. Подзатыльниками убью его. Арбалетиус получаем. Немножечко стрел. О-о-о-о. Так, ну прикольно, прикольно. Сделано прикольно. Вот маппинг хорошенький. Прям интересно. Ай. Сделано интересно очень. Самобытная такая карта получилась. Вообще, в принципе, самобытненько очень. Не, ну понятно. Здесь, ну, здесь хорошо. Вот здесь прям хорошо. Здесь прям надо думать, что надо делать. То есть просто так не постреляешь. Это уже круто. Это уже хорошо. Здесь уже интересно стало. Хотя можно. Можно обойти всегда. О, здрасте. Здесь прям рядом они стоят, два товарища. Прикольно. Но все равно отстрелить все это можно. Так, что у нас тут? А, ну вот то самое место, куда я как раз-таки и уперся. Потому что я залез куда-то не туда, я залез на танк и потом понеслась. Что-то забаговалось там. Взорвать не будет, случай мне? А зря. Здесь темные коридоры, мрачные комнаты. Так, где у меня мухометчик? Мухометчик мой. Нет, там никого нет. Доболтался? Вот тебе. Так, хорошо. О! Свободен. О, вот это хорошо было. Это было здорово. Мухомет поможет мне. А может, не поможет. Короче. Сейчас придут, смотрите. Куда? Бежать, стоять, прыгать, свистеть. Куда? Сейчас третий остался еще, да? Да. Спокуха. Морфин включен. О, забор. Так.
Вот Джеральд, а смотрите какой, не хуже Фримена прям оказался парень. Так, видимо, какой-то босс будет, или мне все-таки танк надо будет рвануть сейчас. О, интересно. Только один заряд? А, нет, вот же еще. Поэтому как так-то? О, красота. Три ракеты. Три ракеты, надеюсь. Так, мне что-то показалось, нет? А, да. Показалось, что там была лечилка, но, видимо, нет. Эй, видно, не судьба. С4, вышку взорвать, хорошо. А, ну да. Все? Не, не сработало так. Так, ну допустим, давайте бахнем. Нет, так не работает. В смысле, ну вышка же. А. Это прикольно. Интерактив хорошо пошел. Так, здесь что? О! Что это? Хорошо, мы дольше проживем, если будем вместе работать. Ну, давай отвали оттуда тогда. Так, а это для чего? Это, видимо, незаконченная карта, я так подозреваю. Поэтому... Да, скорее всего, это просто незаконченная карта. А, мы идем в другой комплекс X-на, или как он называется, я запамятовал уже. Здравствуйте. Какие прикольные двери. Да, видимо, мы уже на подходе к комплексу X, или как он называется, вот это вот место. Забыл, вылетело из головы, честное слово. Загрузка будет. Эх. Что так узко? Надеюсь, правильно. Вот немножко странно, я бы, наверное, посоветовал свет сюда поставить, лампочки, потому что непонятно, откуда свет идет. То есть, почему здесь так светло? Надо лампочки сюда хотя бы на потолочек воткнуть какие-то. Потому что, видите, здесь как... Света много, даже если я фонарь выключу, прям капец освещение, жесть вот здесь особенно по бокам. Вот, поэтому, мне кажется, нужно... А, вы мне сюда, да? Да? Почему? А, хорошо. Что дальше делать? Ну да, да, да. Инокс, вот. Давай. Очень быстро мы разваляли. Спасибо, я пошел. Корпус лаборатории Айнокс. Ну, Айнокс, Инокс. Я тебе помог. Джеральд, верно? Да. Я должен тебя предупредить, что дальше не особо безопасно. Как бы не было плохо в соседнем корпусе. Поверь, у нас ситуация не лучше. Группа Джейкоба находится на нижних этажах в корпусе. Думаю, они ждут только тебя. Мы дождемся еще одну группу и отправимся к тебе. Чаек. А и еще, возьми из подсобки запасную ключ-карту. Она понадобится. Хорошо, давай открывай мне. Из подсобки возьму. Ой, блин. Запасная ключ-карта. И, наверное, нужно все-таки писать внизу экрана, что вы взяли ключ. Эй! Ключ-карту. Элевейтор. Так, здесь залито водой, все. Туда я не проскочу, это хорошо. Здесь тоже никого нет. А, интересно. Так, а, вот, здрасте. Сейчас мы быстренько под затыльничками их уберем. Здорово. Еще один попался. В смысле, это я? Я не попадался. Здрасте. Не, не работает. Что это за запах? Понятия не имею, братан. Осторожно. Нет, здесь, наверное, не сломается. Нормально. По привычке просто. О, Valve. Пасхалочка. Нет. На нет и сюда нет. Так.
Где-то явно здесь что-то сейчас провалится, это 100%. Потому что эти потолки, ну, вообще капец не держат, не выдерживают натиска и веса. Хотя нет, ничего не произошло со мной. Так, бочки опасные, с химикалиями какими-то. Так. А. Угу. То есть это все? Или что мне делать, подскажи? Не? Давайте я сохранюсь, проверю. А, там вон что. То есть, если я выпал, то я уже ничего сделать не могу. А, могу, могу, могу. Просто как-то, ну, не очевидно упал, а... Хотя нет, ладно. Это мои уже придирки, видим, какие-то. Можно, можно, можно допереть. Взорвал, проверил, посмотрел, как бы. Черепушка позволяет обернуться, посмотреть. Ну, а. Здрасте. Почему лом в другую сторону у меня? Разворачивается. Открывайте. Чика-чика-ча, чика-ча, чика-ча, чика-ча. Красота. Не открывается. О, вот здесь открывается. Прикольные лаборатории. Выглядит забавно. Да я понял. Братан обиделся. Тут из форса я вижу. Скриники. Прикольненько. Я где-то еще видел мод такой, где шкафчики открывались. Помните? Я, правда, не помню название. Residual Point, возможно, или Residual One, там что-то такое. Residual, Residual. Вот это хорошо продумано. Типа, как провод свисает, ну, якобы. Но и не провод вовсе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это, видимо, грузовой лифт, то есть кнопок вообще нет. То есть снизу только откуда-то можно сюда попасть. Хорошо. Поехали дальше. Все выше, выше и выше. Мы куда-то поднимаемся. Или ниже. Или выше. Все, абзац. О-о-о. Вот это можно было бы, да, тоже как-то сделать, чтобы более со звуками. Взрывами. Чтобы было... А, все, ну там сломалось. Оружие, где мое? Эй! Эй, Сирис! Почему я без оружия остался? Эй! У меня оружия нету. Я как будто бы упал, и мне стало плохо, но оружия-то нет. Куда он стреляет? И мне ударить нечем? Не, я, конечно, все понимаю, но... Это как-то опасно. Здрасте. С вами нельзя поговорить? А-а-а! Ну, лом хотя бы. Хотя бы как-то, братан. Ёкалы, я растерял все свое оружие, красавчик. Ой. Понял. Здрасте. Ох, там какие страсти. Вы посмотрите, а что происходит. О, красавчик. Молодец. Так, хорошо. Хорошо. Здравствуй, друг. Ты на меня будешь агриться? Нет, не будет. А, у меня же только лом, и я обрадовался. Думаю, сейчас с этими... Постреляю. Побью. А, там мне показалось, Джимин стоит. Нет, оказывается. Ну, допустим, давай я с тобой подружусь. Давай. Не, не получится. Понятно. Вот это мне нравится, как сделано. Это прям четко. Красота. Радует глаз. Так. Есть ли что-то еще, кроме аптеки и... Вот пистолет какой-нибудь, все-таки лаборатория. Должны же быть у них средства для того, чтобы, например, при экстренных ситуациях каких-то. Чё ты ходишь кругами? Ходит, 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 ходит. Чё ты ходишь? Так, карта.
Опять карта никак не обозначается, что я взял ее. Так, эту кнопку надо нажать, наверное, какую-то. Но здесь кнопок никаких нет, то есть я их поджарить не смогу. Было бы интересно посмотреть, но нет. Не судьба, видимо. Может, я невнимательный просто, да? Так, хорошо. Нет, здесь уже никак. Где-то что-то взрывается. Security. Ай, ты что, обалдел, что ли? Слушайте, а охранники пободрее будут, да? Поборзее. Ball players indicted. Greatest of all baseball scandals breaks in Chicago. Самый огромный скандал бейсбольный разразился в Чикаго. О, блин. А, здесь не работает, я понял. Наивно было полагать. Все? Два шлепка, и ты готов? Понятно. Это хорошо. Экшен пошел. Прошли половину, наверное, я думаю, да? Или уже к концу, и экшен пошел. Еще... А, у меня же ничего, кроме пистолета. Я забываю, у меня там такие были сбережения. Я так добросовестно их нес, чтобы продолжить игру. Но нет, у меня... Меня лишили всего. Ой, ой, а там Джимон. Здорово, перец. Сейчас ты уйдешь, да? Не, все мы знаем, что его не убьешь, поэтому что там удивляться, да? Так, хорошо. Значит, нам сюда. Нет? Ага. Вот здесь тоже вижу, что, наверное, это не следовало так делать, но, видите, завалило. Так, допустим, давайте смотреть внимательнее. Сюда, что ли? Ну да. Внимание обратил, но не полез. Думал, что все-таки, может быть, через другой путь как-то можно пройти. Чего ты там тянешь? Руки прочь от советской власти. А где-то такое уже было. Мы где-то ползали под... Это, по-моему... Как же этот мод-то назывался? Мы ползали под полом. Под полами, в подполье. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. На-на-на-на-на-на-на-на. Так, ладно. Песни это хорошо, но в меру. О, аригато, шка. Спасибо. 90%. Кто там? Кто там дышал только что на меня? Ай, блин. О, это что такое? Прикольно. О, это прикольно сделано. Блин, вот это круто. Реально кайфово. Вот это эффекты, вот это я понимаю. Вот это топчик пошел. Да, вначале было скучновато, сейчас прям пошло. Ай, ёкламане. Да что ж такое-то? Ай, застрял! А, ненормально, отстрял. Не ломаются? Нет, потолки не ломаются. Хорошо, ладно. Подвесуха это. Оу. Здесь что, альтернатива какая-то появляется? Ай, ай-яй-яй-яй. Давайте посмотрим. Так, если я пойду сюда, то здесь, наверное, ничего, да? Я бы здесь продолжил вверх, потому что, ну... Если это, конечно, рассчитано для того, чтобы собирать мусор какой-то с вентиляцией, то логично, да, а так? Немножко ни туда, ни сюда. Так, оттуда я выполз. Значит, есть еще альтернатива вниз совсем. Но совсем вниз там тоже сбор мусора, видим. Значит, мне сюда. Больше альтернатив нет. Все.
спасибо. Аригатошич. А, как отсюда убежать? Блин, не надо пугать так. Все. Наверное, все. Больше здесь ничего нет, я так подозреваю. Ну ладно, все тогда. Всем хорошего настроения. Ждем, когда все это доделают до конца. Блин, я-то не хотел. Все, все, до встречи. Пока-пока.